Перезвонила я клиентке, сейчас приедет на прием. Так, короче, смотрите, вот я себе, это в каком, в 21-м году, я выкроила себе жилетку. Но мне нужно было себя просто чем-то занять. Это было выкроено после смерти мамы. Потому что я была вообще, мне нужно было что-то делать. Иначе бы я просто сошла с ума от этого всего. Так, смотрите. И, короче, я тогда вот на этом порыве я себе сделала вот такую жилетку. То есть она у меня уже проклеена, сделана вышивка. То есть тут весь смысл вышивки в чем? Вот на одной половинке у меня вышивка вот так идет снизу, как бы вверх, да? А вторая половинка у меня идет наоборот, сверху вот так вот вниз. Здесь эта жилетка будет вот так тоже на декоративной молнии, на черной. Сейчас покажу вышивку. Это здесь у меня идет вышивку, как я делаю. Вообще все вот просто как у меня, как рука ложится, как глаз ляжет. Все вот рисую и потом машинкой обхожу вот эти свои линии. Там декоративная строчка специально у меня на машинке. 2 или 3 нитки ставлю, чтобы именно была как тамбурная строчка. И делаю вот эти вот контуры свои. И потом вот по этим контурам, вот так вот, вот, я все расшиваю бисером и стеклярусом. Тоже все вот как просто видит глаз. Никакого рисунка нигде у меня ничего нет. Это все вот полет фантазии, я называю. Ну, с вышивкой я тут закончила. Все, теперь нужно подкраивать. Вот она, красавица. Теперь нужно подкраивать подкладку, все соединять в кучу и буду носить. Но под нее мне нужно сделать или какую-то черную, ну, типа блузон, тоже типа как кофтюльку какую-то такую вот, не знаю, или беж, потому что видите, она какого цвета, она черно-бежевая такая. Потому что вот под такую я, конечно, не одену, я буду как это, самовар расписной. Так что все, вот это вот еще у нас в первом плане работы для себя. Так что план действий прям обширный. Так что все, начинаю работать сейчас, рабочими делами заниматься, а это все уже дома на досуге. Но здесь мне нужно будет подкроить подкладку просто. Я сюда принесла. Так что все, начинаем работать, девочки. Все, всем хорошего дня, остаемся на связи.